Всем привет из Алании, понедельник, мы в районе Оба, рынок в Оба по понедельникам, арбузы, дыни, и идем дальше, смотрим цены. Рынок еще не вечерний, поэтому людей немного, обычно тут после 5 вечера много, сейчас где-то 3:30, виноград по 6 лир, банан 10, груша 6. Баклажан 3,52. Также вещевой рынок будет, конечно же, огурцы 3, перец капи 5, музыка достали. Семья банан. Гранаты уже пошли этого сезончика, пока по 7,50. Так у них цена должна быть где-то в два раза меньше. Когда сезон пойдет полноценный, будет много. Капуста 8 лир, что так дорого? 10 лир брокколи, я считаю, только от таких цен. Я знаю, что по 3 она была в том году. Вот сразу клубнику покажу слева, хотя иду по правому ряду. Клубника 15 и клубника 10. Органик, кони. 10, 12, 15. В общем, трех видов клубник. Пахнет, люди, запах шикарный. Сейчас ветер дунул, вообще запах капитальной клубнички. Помидоры 2,50. Сливка 5. Лимоны такие большие, зеленые. Лимончики. Штука 5 лир. Вот такие вот арбузики, штука 5 лир. Персики по 6 и по 10, нектарин, виноград 8, груша вот такая шикарная, красивая, 8, красавица, очень красивая. Трубы для пылесоса, может, кому-то надо в Россию везти, смотрите, вот, можете купить трубы для пылесоса. Этот самый инжир. 10, что ли? Кизин. Слива 4. Игрушка 5. Ой, запах какой вот этот. 100% вкусно. Пахнет просто обалденно. Фистик 10. Как он переводится? Господи. Это арахис, по-моему. Кому лук нужен? 2,50. Лук сейчас выгоднее покупать в магазине. По-моему, у вас то один по куб 40, короче. Уже довольно давно там беру. Баклажаны 2 и 3. Кабачки 3. Огурцы 2. Помидор. Пять перец капи. Так, ну черешни нет уже, это уже понятно. Инжира, кстати, немного почему-то, но сейчас еще дальше пройдемся, может, там будет больше инжира. Из нового хурма как-то вот она появляется очень медленно в этом сезоне. То есть как-то странно, я не могу понять, начался сезон или не начался. Она уже вроде как должна быть, но ее нету почему-то. И все, тут уже почти до конца мы дошли. Гуада, вот это вот посмотреть, перевести, но я не могу понять, похожее на мушмалу, не пойму, что это. Мушмала-то сейчас быть не может. Помидоры 2 лиры, яблочки 4. Черешня, клубника. Что у нас еще самое интересующее? Людей вспоминаю. Как жарится. Самое интересное, говорят, я думаю, что за дешевый орешек. Но он в основном, ну, самый как дешевый орешек считается. А это, оказывается, короче, нут. О, нут, как его там по-разному называют, но вы поняли. То есть бобовая. Это не орех, это бобовая, из которого они делают подобие ореха.
Ну, конечно, он не самый. Ну, святоша, вот плоды кактуса. С орехом его не сравнить, конечно, обычно он, когда в Мегросе покупаешь или еще где-то, вот набор орехов разных видов, вот этого нута там больше всего, потому что он очень дешевый, откровенно скажем, он никакой. Конечно, с орехом его не сравнить, слабое подобие. Грецкие орехи, смотрите, какие крупные, 12 лир очищенный, 30 лир крупный какой. 8 лир лимончики, винограда по 5 лир много. Пусики красавцы. Дора по лире, вот на томатик такие, на борщ. Зелень лира 50. Тачечки эти 85 лир. Я показывать стараюсь, потому что интересуют они живущих здесь прежде всего. Живущие здесь сами могут посмотреть, ну, либо те, кто хочет сюда переехать, наверное. Здесь у нас все туристы. Вот. Все с браслетами. Нет, грязные. Клубнику это я вам уже показал. То есть лира 50 кило. Плюс наш поющий продавец. Марба молчит пока. 2 кило 5 лир. О, супер цена у него. 2 кило 5 лир. Капи, перчик, помидоры лира 50. Так, сливки большие, тоже хорошие. Сейчас приду к нему за помидорами и за перцем. Будет второе видео. Во втором видео пройдемся по вот этому ряду. Много там знакомых наших, возможно, будет больше всяких там фруктов. Еще посмотрим. Вот какая сейчас картина на рынке вещевом. Можете посмотреть отсюда, вот приближаю. Есть люди, есть туристы. Туристы ходят. Это был рынок Оба, понедельник. Роман, здравствуйте. Здравствуйте, вас показать можно? Я сразу всех спрошу. Давай, покажи. Да? Показывайте. Рассказывайте, откуда вы приехали? Екатеринбург. Ух ты, у вас холодно уже, да? Уже очень холодно. Очень холодно. Смотрим сколько... вас постоянно. Спасибо, очень приятно. Нравится. Только единственное, что это, комментарии вы закрыли. Охота... Нервы, нервная система охота убита, задать, это вам на память. Не просто, получается. У меня, не поверите, гадости умудряются найти, где написать даже сейчас. Вчера от последнего удалял. Так что... Не обращайте просто... Не, я не могу, у меня все равно их читать. Вот, знаете, на целый день потом зарядят. Я, весь... я читаю. Не хочу, просто не хочу. Ну, не самое могу, главное, у меня нервы... Вы нравитесь, народ смотрит. Спасибо. Берет какую-то информацию. Сколько дней вы здесь находитесь? Второй год недавно. А, да, как впечатление? Первое впечатление. Жарко? Нормально. В сентябре были уже? Были. Были, да? Были. Нормально, все хорошо. Сколько дней будет у вас? А потом от холода. Аджар отель, я понял. Нормальный отель? Четверка он, да? Да. Понял. Как море вам? Море прекрасно. Море всегда прекрасно. Ладненько, хорошего отдыха. Спасибо, что подошли. Спасибо большое. Спасибо.